может, он нам пригодится еще, понимаете? Правильно, еще раз сыграем. Давайте похлопаем того гостеприимное место, видите, оказалось. Сам Фео здесь выступал. Да, в Германии наркотики дают все время. Что такое вы мне дали? Бомба какая-то, что ли? Я вообще не знаю, что это такое. Классно вообще, нравится мне. Давайте, чтобы вы успокоились, мы вам лирическую песню споем. Ну, типа русского рока, правильно, ребят? Хорош это, хардкорить, а то собрались одни брутальные вообще. Я-то вообще интеллигенция московская, так что все нормально. Это песня «Алазавр» такая у нас, давайте. Хорошая тоже. Сегодня, видите, небольшая презентация нового состава. Давайте мы представим наших этих, как его, это главный, этот прыгальщик со сцены наш. Красавчик! Давайте начнем это с бас-гитариста. Смотрите, у нас новый бас-гитарист, давайте его похлопаем. Это Серега, старый панк-хардкорчик, еще с эстакады. 83-го года рождения, правильно? 83-й год рождения, у вас там сверстник, там еще это эстакада. Он из Орла играл там в хардкор-группах, там они приезжали. Давайте его похлопаем, отличный басист, так что. Будем сейчас записывать альбом. Красавчик, красавелла, красопед, понимаешь, о чем я говорю? Похлопаем, бритоголовая металюга, наш барабанщик живет. А что это вы загремели? Дайте-ка, ну-ка, Жень, покажи пацанам, как ты там играешь. Понятно, да? Настоящий бритоголовый металюга. Живёт он там эти.
ну, в таких это молодежных группах там что-то мед, какой-то хрен играет. Давайте попробуем, классный, да. Наш ну и как бы уже, можно сказать, старый киберпанк, видите, Леха, короче, это. Леха там это, он там играл во всех панк-группах, короче, «Всея Москва», короче, правильно? Давайте ему похлопаем, он уже старожил и больше года играет. Он как бы это, настоящий православный панк-хардкорщик, он смотрящий за панк-сценой, чтобы никто не, он стрейт-эйдж хардкор от мозга костей, короче. Понимаете, да, банкетные ребята, вот он, святой человек, это святой хардкорщик, я честно говорю. Его из-за этого называют сектант, видите, улыбается как он. Киберпанк очки одел, как бы, да, и нормально. Я ему говорю, иракез побрел, он говорит, сегодня по-православному. С щучком. Ругал его сегодня. Все с иракезами должны быть. Либо лысые, либо с иракезами, правильно? Либо волосатые, либо как хотите. Ладно, шутки и юмор начались что-то. Телефон потерял? Хороший, дорогой? А тебе любой просто дать какой, да? Ну на, сообщи сам там что. Ребята, пацаны, те, кто потерял телефон, пожалуйста, со своими. Кто нашел, да отдайте, пожалуйста.